Детский вокальный фестиваль «Веселые нотки» прошел в Доме культуры станицы Северской. Участие в нем приняли талантливые эстрадные ансамбли и вокалисты в возрасте до 14 лет со всего района. Поскольку это не просто фестиваль, а в первую очередь конкурс, ребят оценивали члены строгого жюри. Требования к конкурсантам совсем не детские. Помимо исполнительского мастерства, внимание обращали на артистизм, внешний вид, сложность и оригинальность репертуара. Ну а здесь действительно было на что посмотреть. Открыла фестиваль самая юная участница Варвара Гончаренко. Девочке 4, но несмотря на возраст, она уже настоящая артистка. Победителей выбирали в нескольких возрастных категориях. А пока жюри совещалось, юных непосед развлекали участницы спортивно-хореографического коллектива «Диана» и клоун «Соня». В возрастной категории до 8 лет запоминающейся композицией победу одержала Юлия Шахова. Новый шанс добиться побед в очередных вокальных конкурсах будет у каждого из участников сегодняшнего фестиваля. Ведь этим ребятам действительно нравится петь. В дождливый октябрьский день, покидая сцену, они унесли с собой не только дипломы победителей, призеров и участников, но и заряд солнечного настроения.